Всем привет, друзья мои! Вот так у меня начинается подготовка к моему дню рождения. Приготовила, посмотрите, бутерброды с икрой красной, с красной рыбой, мои маринованные грибочки. А эту хамсу меня угостила одна моя подружка. Она говорит, попробуй. Я решила своих гостей тоже угостить этой хамсой. Не знаю, понравится или нет, но вот я вся в готовке. Это только закусочки. Здесь у меня запекается, видите, я еще в халате, мясо времени, потому что не так много, а духовка одна. Вот следующая пойдет курица, а следующая пойдет в самом конце, вот ребрышки. Еще бюрек надо печь. Не хватает духовки и времени, и рук. Все на ходу. Пока я была в душе, посмотрите. Чичек Сепети пришел мне такой подарочек от Ашки. Мы его послали на базар. Так приятно. Вот такой красивый горшочек. Такая красота. Обалдеть. Супер. Кому интересно, можете загрузить себе программу Чичек Сепети. И в любой уголок мира вам отправят от вас, от вашего имени цветочки. Здесь у меня уже пожарилось мясо, а здесь жарится курица. Думаю, что все успею. А также пришел еще один подарочек. Будем открывать попозже. Побежала я за тортом. Ачма тоже готова. Сейчас я займусь грибами. И вот мои. Оливье тоже готово. А здесь готов бурек и грибы. И курица уже готова. Смотрите, посмотрите, кто к нам пришел. Ой, Ашкима, на чичек волны. О, все зафиксировано. Спасибо, Ашкима, спасибо. Спасибо. Да. Спасибо, спасибо. Лаки, посмотри, какой у меня чичек. Посмотри. Лаки пришел. Лаки, гадина, беседа, надо еще. Ой, друзья мои. Марина Анатольевна тоже пришла. Марина Анатольевна пришла. Сейчас мы будем, короче, еще продолжаю ее готовить. Лаки, Лакуша, Лакуша. Ой, ой, все, все, понюхай, понюхай. Лаки, Лаки. Лаки, добрый вечер! Добрый вечер! Да-да-да! Днем рождения, Света! Спасибо, спасибо! Какая красивая! Наконец-то я почувствовала себя девоименницей! Очень красиво стало! Да! Ашка, сними меня с моими гостями! Позовёшься, но... Нерде беним Гюрюмджу? Я Гюрюмджу 4-тен sonra gelecek. Masayı da çekeyim. 4-тен 5 to artık. Ну все тогда. А ну масса с немешкой. Сними. Сейчас надо все топлодаджам и все. Вот мы с Натальей, видите? Наталья помогла мне. Марина Анатольевна сидит, ждет. Раечка тоже. Видите, какие у меня подружки? Приходите вы тоже. И вот самый любимый друг. Невоспитанный сынок. Сынок невоспитанный ты. Да? Ты сынок невоспитанный? А? Да, 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 да. Да, 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 да. Какой у меня день сегодня счастливый. Мой Ашки мне столько цветочков подарил. Ой, Ашки. Ашкам хлеб лежит. Ашки. Вот видите, в Турции я тоже нашла своих друзей. И очень счастливо себя чувствую. Вот еще грибочки, такой вроде бы бардачок у нас. Но ничего, бардак, когда готовишь, всегда получается. Лаки, 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 лаки. Лаки, давай, давай, давай. Лаки, слушай, слушай, слушай. Лаки, слушай, слушай, слушай. Давай, давай. Шишко. Нас немного, но мы в тельняшках. Сейчас еще моя придет узлемчик. Мы садимся, не ждем ее. Ким гельды, минимаш, ким гельды. Ашку сарай, дьяк, этим уж. Грязь, сынтовкины.
Niye bakıyorsun? Aşkımın bugün doğum günü. Hoş geldin. Hediye getirmiş sana. Teşekkür ederim. Ama biraz geç kaldım da açacağım işte. Гости прибавляются. Ну все, больше никого не жду. Ждали, да моя хорошая девушка. Злится, не нравится ему. Гости не нравятся. Да, да. Музыка дурдом. Диско, диско, партизана, партизана, партизана. Где палка? Палка, где наша? Где палка? Где палка? Где палка? Где? Где палка, мой мальчик? Bana bakıyor ki bir şeyler ver bana, bağırıyor. Ver bir şeyler, at bana. Dost olalım. Tatlı kuşu. Herkesin bir hayatı var da. Buraya da alıştınız yani kaç sene. Alıştım artık. Vallahi burası. Gidiyorsunuz. Ben vardı müstakil, üç katlı. Orada havuzumuz vardı bizim. Глаза голодные, а места нету, надо уже кушать. Наелись, как понравилось вам еда? Еда. Особенно вкусные пирожки Марина Анатольевна принесла. И капуста. Обалдеть, какая капуста. Дашка, капуста нравится тебе? Капуста. Да, да. Да, да. Güzel oldu yengem böyle. Bebek gibi oldun ha, yeni bebekler gibi. Bebek. Ay, вот такую шапочку мне подарила Наталья. Ой. Какая прелесть, а, Наталья? Какая прелесть, мне очень понравилось. На Зимурочку похоже. Зима, Роксане. Зима сейчас надо, зима. Корки, Роксане. У нас уже все, зима кончилась. Aşkım sen niye açmadın çikolat? Açtım. Verliğin salara. Açtım buraya koydum. Koydun orada aç dedim. Как я соскучилась по таким чоколадам. Два года, наверное, не ела. А что это за шоколады? Из России? Да, Ротфрут или как ее там? Да, посылка. Посылка, абонелик. А? Светочка, спасибо большое. Спасибо. Ты смотришь сейчас, как мои гости этот, с удовольствием кушают такие десерты. Да. Спасибо большое. По московским конфеткам. Какие красивые. Чок, Юзель, чок. А, это Раечкина девочка. Короче, мы сидим, сейчас еще торт не резали. Ждите новостей от нас. Все, заработала наша это. Подставка, мы будем сейчас. Таня, дай бахнем чек. Иди чекешь. Хаты, давайте пошли у нас с шаркой, соли, сейчас музыку. А ну-ка, давайте. Давайте. Хаты, заузнем сенды, соли, шаркой. Бренды, чексы, соли, чек. Шарк, сейчас. Ждем. Вакшам. Чего не браться?
Как тогда не стоя, гнутся и плачатся. Но нельзя рябине к губу перебраться. Моя мама, знаете, когда у мамы было день рождения, я любила, к ней приходили ее подружки, и мы так залывались с ними, они всегда песни пели, вообще так было классно, уютно. А я не знала ее, но... Это по-ихнему, да, это по-ихнему. Да. Сейчас не молодежь по-другому поет, а это уже их нет. Да? Я не любила в детстве, чтобы вот так родители поют, когда я старый пенюк. Ну, я прикалывалась тогда, могла с ними попеть. А сейчас вот мне интересно, вот эта спела она, да? Вот что-то, жилку находишь этой песни. Сейчас интересно. И послушать интересно, и хочется все знать. Потому что это наша история. А их не запомнили, что мы тогда помнили, а сейчас что-то все, забыли, все запрограммировало. Я ни одну не знаю слова русской, это поп-музыки. Ни турецкая, не знаю, ничего не знаю сейчас. А ты о чем тоже не знаешь? Слова, может, миллион алых припевами может такое. Жил-добыл один король, правил он, как мог странного любви людьми. Звался он Луи Второй, звался он Луи Второй, но, впрочем, песни не о нем, а о любви. В те времена жила красавица одна. Что она делала? Я уже забыла. Какой голос у нее. Это я под Пугачёву. Ты этот поешь так вообще? Пела раньше? Раньше я не пела, мне просто отец не разрешил. А то бы я могла бы быть певицей. Пугачёва душу дал. Пугачёва пришла к нам. Демис Руссос спел, ты можешь помнишь. Ушел от нас последний день, так исчезает полдень и день. Ага. Моя принцесса танцует. Я не знаю,
Thank you.
Раечка с доченькой нас покидают. Иди сюда. Да. Так хорошо посидели, наплясались, попели, поели. 10 часов детское время, не так ли? Да. Куда вы спешите, правда, 10 часов еще? Сколько сван дерсен сбрахнулся? Телефон алым, да, мен. Бирак, мен. Кендини я поим, все. Темизледжем. Ой, спасибо вам большое за то, что вы есть. Проводить вас? Нет, мы сами пойдем. А ну, включи там свет. Все, спасибо вам большое. Пока-пока. До следующей встречи.